За 11 месяцев текущего года в бюджеты всех уровней на территории Республики Башкортостан мобилизовали всего 194 миллиарда 181 миллион рублей налогов и других обязательных платежей в бюджет. По сравнению с прошлым годом поступления возросли на 15 миллиардов 478 миллионов. Уфе подвели итоги деятельности Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан. В федеральный бюджет за 11 месяцев поступило 83 миллиарда. Рост составляет 5,3% или 4 миллиарда рублей. В бюджет Республики Башкортостан поступило 66 миллиардов 610 миллионов рублей. Поступления возросли на 4 миллиарда. 724 миллиона рублей. За 11 месяцев мобилизовано всего 32 миллиарда 533 миллиона рублей за счет НДФЛ. То есть это, вы сами знаете, обеспечили мы с вами. Физические лица. Также в этом году республиканская казна значительно пополнилась за счет уплаты имущественных налогов крупными торговыми центрами. Начали уплачивать имущественные налоги такие крупные торговые центры, как Икея, Мега, вот, Июнь. То есть вот такие крупные торговые центры, они фактически стоят на учете в Москве, но по месту нахождения у нас они платят имущественные налоги. Пока за 11 месяцев этого года около 100 тысяч уфимцев так и не погасили транспортный налог. Что интересно, из них 3275 транспортных средств имеют мощность более 200 лошадиных сил. В отношении таких должников будут выставлены требования об уплате налогов, а также применен комплекс мероприятий, предусмотренных налоговым кодексом. Дарья Синенко, Александр Кузнецов, телеканал ЮТВ.